называется бумажный трафарет, ага. Одноразовый, вот с такой пленочкой. Он самоклеющийся. Так как увезли его стесненно, так он большой лист, ага. Здесь везли на пол листа. Так больше места. Да, он большим листом. Ага. Более-менее ровно? Вроде, да? Вот перед тем, как клеить его, ну, нужно обрабатывать чем-то? Кварцевая грунтовка, которая у нас будет имитировать шов. А-а-а. Кирпичной кладки, потому что он останется голым. Дальше смотрите. Вам даю. Ага. А вы делаете по принципу делай как я. То есть берете материал. Что это за материал? Это креатив топ. И аккуратненько так вам стену. Собирайте по кустам. Дальше. Очень удобно будет. А вот этот креатив топ у него что восстановится? Это примерка. Аккуратно. Ну, я нужно. Неопытный, видите? Можно взять вот так материал и шпателем потом делать, да? Да. А он со временем не отвалится? Нет. В ближайшие 40-50 лет нет. А дальше уже как повезет. Ну скажите, через 50 лет. Как? Ну через 50 лет что-то. Дай бог даже. А на любую поверхность не важно, да. Или. Это на поверхность либо утепленного фасада, либо нет. Потому что это силиконовая декоративная штукатурка. Она может наноситься на фасад и с утеплением, и без утепления. Это когда человек работает один, понимаете, ну и нет помощника, чтобы наносить декоративную штукатурку на большую площадь, нужна большая команда. А здесь, видите, можно одному разметить фасад и вот так вот его нанести. Отрывать пленочку будет сейчас на сыром? Отрывать пленочку будет сыром? Сразу. Пленку будем отрывать сразу. Так. Да, проще получается. И меньше вероятность того, что соскользнет трафарет. Понял. Ну, вот это у него, он плавал, казалось, что там перенесел бы дух, не заметил даже плавал. Я? Да, у него нормально получилось. И дальше? Наверху. Все, мы перевезли его, сейчас теперь мы сходим. И дальше смотрите, чем интересно. Поставить воду? Не обязательно, смотрите. Потому что дальше, как вы можете сделать? Вы можете сделать... Андрей, заходи. Вот, допустим. Здесь можно сделать почти гладко. На даче. Видите, да? Да. Здесь можно сделать...
еще какими-то, допустим, такими штуками сделать. То есть я беру больше количество материала, видите, и много не ношу. То есть хочу сделать большой дырю. Да. А вы сейчас увидите, все сможется. А сколько стоит материал на метр квадратный? Считать надо. По проекту. Ну, я знаю, что вы знаете. Так, давайте. Быстро достаточно. Сутки полной полимеризации. Сейчас я полосну. И вот смотрите, у нас будет сейчас. Вы лучше с той стороны смотрите, вы же ничего не увидите. Красота будет оттуда видна. Перпендикулярно. Подождать вас? Просто тут ваша спина все загораживает. Тут как раз вот все сейчас будет. И видно. Вот видишь, видите, из-за надо было вдоль, да, когда бы не было этих разводов. Смотрите, а мыть такой фасад можно, если что, протирать его? И он получается эластичный, да, если что, дышит вместе с домом? Вот, видите? Отлично. Единственное, у нас с вами была небольшая